Ритуал на деньги. На орехи тростниковый сахар. К вуду. Орехи в скорлупе плюс тростниковый сахар, примерно 300 грамм. Высыпать на тарелку блюдо. Зажечь черную свечу плюс дым плюс фимиам сигара. Плюс атам любой. Плюс пол рюмки водки. Ложим на яркий или черный алтарь. Ни одной лишней вещи не должно быть. После можно оставить лишь алтарь, подсвечник и атам. Все остальное оставлять нельзя. Зажечь свечу, сигару. Она должна дымить. И дым должен идти. И чашка кофе должна стоять. Кофе очень крепкий, это тоже фимиам. Чашку можно оставить, можно тоже вынести. И сказать: «Раскрой пути, хранитель всех дорог и всех путей. Сам донеси мою весть богам и духам. Пришли мне благ и денег. Прошу заклято». И все оставить до утра. Ритуал в темноте. Утром или через сутки сахар плюс орехи сжечь. Тарелку выкинуть. Кофе плюс водку на перекресток. Богам вуду. Если сахар плюс орехи сжечь нельзя, то их тоже вынести на перекресток, на землю, вместе с кофе и водкой. Ритуал исполнять строго по инструкции.